Спасибо, Рейтер, мнение эксперта Международного института стратегических исследований. Скорее всего, это его попытка адаптироваться к принципиально новой геополитической ситуации в Европе. При этом, пишет Рейтер, предложение перенаправить трубопровод в Турцию, которая не является членом ЕС, рассматривается рядом аналитиков как политический маневр Москвы, которая старается заручиться еще большей поддержкой тех стран-членов Евросоюза, которые сегодня поддерживают его строительство. Сам же этот скрипт. Now ROWS, ROWS, OUW. Yeah, cake. We have three trucks standing here in the street, make the other ones going slow. Камеру не так уж и далеко. Разработчики встроили в приложение легкий диагностический сервис. Пользователь выбирает симптомы, которые наблюдают и отвечает на несколько вопросов. В конце он получает рекомендацию по конкретному врачу. В моем случае симптомы всегда были противоречивы, поэтому Яндекс.Здоровье неизменно отправлял меня терапевту. Скачать приложение можно бесплатно. Другие новости из мира высоких технологий на сайте коммерсант.ру в разделе «Хайтек». Ой! Оп, подожди, остановись! Сейчас я быстро выбегу его за него. Подожди меня. Thank you.
Отец стоял на стрелочке, и тот не мог проехать. Мама куда? В мой магазин. Сейчас бабушка пропустит. Помочь ей можно? Помоги. Помочь вам, бабушка? Увижу я себя на YouTube, потом, да? Папа. Мама, а куда папа? Бабушке помогает.